Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать в стенах Русской христианской гуманитарной академии наших гостей. Это Юлия Николаевна Кораблина, фонд «Наследие», и Ирина Анатольевна Рахимова, семейный психолог из Москвы. Юлия Николаевна, расскажите, пожалуйста, о том лектории, который начинает работу в стенах нашей академии. Фонд «Наследие» занимается просветительской деятельностью, и мы рады приветствовать и представить Ирину Анатольевну в стенах академии для того, чтобы поделилась она своим опытом, наработками профессиональными в реализации проекта авторского курса «Как найти свою половинку». Мы считаем, что это актуальная тема для молодежи, и Ирина Анатольевна представит и расскажет, как избежать ошибок семейных, которые будут на пути, и поделиться опытом. Вот, Ирина Анатольевна, мы рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге. Спасибо, Юлия Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Вам слово. Расскажите, пожалуйста, о том, что же мы сможем услышать вот в рамках этого лектория, который запланирован, да, на несколько занятий. Я хотела бы поделиться с молодыми людьми информацией о том, как нужно все-таки готовиться к браку. Потому что мне кажется, что это необходимо знать молодым людям и важно для того, чтобы они потом, в общем-то, как Юлия Николаевна сказала, на пути семейной жизни уже были подготовлены. Как говорят, вооружен, значит, ты уже вроде бы в безопасности находишься. Поэтому я бы в какой-то мере хотела представить участникам нашей встречи инструменты, как, в общем-то, необходимо выстраивать отношения на этапе добрачного периода и как найти свою половинку. А это означает, что найти человека, с которым ты будешь счастлив всю свою жизнь. Вот. Поэтому мне кажется, что это очень важно. Вот на основе этого курса появилась такая вербализированная, что ли, форма этого варианта. Появилась вот эта книжка издательства Сретенского монастыря, где в краткой форме, вот пройдены какие-то этапы этих занятий. То есть люди могут ознакомиться и для себя подчеркнуть полезную информацию. Вот. Потому что на самом деле это авторский курс, да, и здесь как бы систематизированы все вот эти как бы подходы и информация по этому периоду. Потому что, ну, честно говоря, в общем-то, редко когда можешь так, ну, объемно встретить вот такую перечень знаний, что ли, да, потому что где-то, может быть, люди ищут в интернете, там, и это все разрознено, да, и, может быть, в каких-то источниках, вот, тоже популярной литературы, но по добрачному периоду почему-то не считают важным эту такую значительную категорию жизни человека. Это большой период, это, может быть, незначительный период, да, в жизни человека, если говорить о каком-то времени, да, вот, который, в общем-то, предназначен для того, чтобы подготовиться, а на всю жизнь, в общем-то, да, это подготовка. То есть все-таки вот это все, опять-таки, повторяюсь, важно. Ну да, действительно, здесь мы не говорим ни о каких повторах, потому что это действительно очень важно, это имеет огромное значение, так что будем ждать продолжения встреч. Большое вам спасибо. Спасибо.